Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. 104 ряд. 3 воздушные петли подъема. Как первый столбик с одним накидом, столбик с одним накидом в следующий столбик. 4 воздушные петли. Столбик без накида в следующую арку 3 воздушных петель. 3 воздушные. Столбик без накида в следующую арку. 3 воздушные. Столбик без накида в следующую. 3 воздушные. И в следующую. Здесь у нас 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. В этом месте у нас будет 3 воздушные петли. И в арку 2 воздушных петель мы также выполняем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные и еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. 3 воздушные. И у нас уже раппорт повторяется. Выполняем столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. Затем у нас 4 воздушные и пошли арки. То есть мы здесь вывязываем наш вот этот ананас. Все, вяжем таким образом ряд до конца. 105 ряд. 3 воздушные петли подъема. Как первый столбик с одним накидом, столбик с одним накидом в следующий столбик. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида в следующую арку 3 воздушных петель. 3 воздушные. Столбик без накида в следующую арку. 3 воздушные. Столбик без накида в следующую. 4 воздушные. Столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. 4 воздушные тоже будет. 1, 2, 3, 4. И в арку 2 воздушных петель выполняем наши столбики. То есть 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом еще сюда же, в эту же арку. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И у нас здесь идет уже раппорт повторяется, столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков, опять 4 воздушные, и здесь мы вяжем наш вот этот ананас. Все, вяжем таким образом ряд до конца. 106 ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, столбик с одним накидом в следующий столбик. 4 воздушные петли. Столбик без накида в следующую арку 3 воздушных петель. 3 воздушные. Столбик без накида в следующую арку. 4 воздушные. Столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И в арку 2 воздушных петель между столбиками провязываем 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные. 2 столбика с одним накидом еще сюда же, в эту же арку. 2 воздушные. И еще третья пара столбиков, то есть еще 2 столбика с одним накидом в эту же арку. То есть здесь вот так у нас будет разделение вот этой полоски. Затем у нас 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И у нас уже раппорт повторяется. Провязываем вот этот наш ананас. И здесь вот так у нас. И, то есть тут 4, 4, 4. Вот одна арка 3 воздушных осталась. Все, вяжем таким образом ряд до конца. 107 ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, столбик с одним накидом в следующий столбик.
4 воздушные петли. Столбик без накида в следующую арку 3 воздушных петель. Вот в эту она у нас тут 1. 4 воздушные. Столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. Четыре воздушные. И в следующую арку 2 воздушных петель провязываем 2 столбика с одним накидом. 2 петли. И еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Затем 2 воздушные. И в следующую арку 2 воздушных петель также провязываем 2 столбика с накидом. 2 воздушные. И еще 2 столбика с одним накидом в эту же арку. Затем 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, и у нас уже раппорт повторяется, выполняем вот здесь 2 столбика, 4 петли, столбиком без накида соединяемся, то есть тут мы уже ананас весь вот так провязали, по 4 петли, здесь также вот по 4, а здесь у нас разделяются вот так вот эти группы столбиков, 2, 2, 2 воздушные петли. Вяжем таким образом ряд до конца. 108 ряд, 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, столбик с одним накидом в следующий столбик. В этом месте выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот это мы все дело пропускаем и выполняем сразу следующие 2 столбика с одним накидом. В этом месте у нас также 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид. И в арку 2 воздушных петель между этими столбиками провязываем 2 столбика с одним накидом, 1, 2, 2 воздушные и еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. В этом месте разделение между этими группами у нас будет 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Вот эту следующую арку 2 воздушных мы пропускаем и выполняем в следующую арку между столбиками 2 столбика с накидом, 2 воздушные и еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Затем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И здесь вяжем 2 столбика с одним накидом, 5 петель и следующие 2 столбика с одним накидом. То есть мы здесь ананас наш уже довязали. В этом месте у нас по бокам 4 остается петли, здесь 5. Все, вяжем таким образом ряд до конца. 109 ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом в следующий столбик. Затем сразу же после этого столбика, вот в эту арку из 5 воздушных, выполняем столбик без накида. Затем накид и сразу же провязываем следующие 2 столбика. То есть у нас идет 2 столбика с накидом, столбик без накида и опять 2 столбика с накидом. В этом месте у нас также 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И в арку 2 воздушных петель между столбиками провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные и еще 2 столбика с одним накидом в эту же арку. В этом месте выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в арку из 5 воздушных выполняем столбик без накида. Опять 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. И в арку 2 воздушных петель между столбиками провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные и еще 2 столбика с одним накидом в эту же арку.
В этом месте у нас 4 воздушные. Раз, два, три, 4. И выполняем 2 столбика с одним накидом. Сразу же в следующую арку выполняем столбик без накида. Затем у нас сразу опять 2 столбика с одним накидом. То есть вот так у нас получается в этом месте. Здесь по 5 петель, здесь по 4. А здесь у нас 2 столбика, столбик без накида и 2 столбика. Вяжем таким образом ряд до конца. 110 ряд. Сейчас выполняем убавку из 4 столбиков с одним накидом. Или, грубо говоря, 4 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый столбик я заменяю 3 воздушными петлями подъема. В следующий столбик провязываем столбик с одним накидом незавершенный. То есть вот так только один накид провязываем и дальше не закрываем. Теперь накид. Пропускаем столбик без накида и в следующий столбик с накидом провязываем столбик с накидом незавершенный. У нас 3 петли, накид и в следующий столбик с накидом также столбик с одним накидом незавершенный. У нас 4 петли и теперь их все вместе за один прием вот так провязываем. Мы уже так вязали. Теперь в этом месте у нас будет 4 воздушные, также 1, 2, 3, 4. И в следующую арку 2 воздушных петель провязываем 2 столбика с накидом. Две воздушные и еще 2 столбика с одним накидом в эту же арку. Затем в этом месте 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида сразу же в следующую арку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И в арку 2 воздушных петель между столбиками провязываем 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные. И еще 2 столбика с одним накидом в эту же арку. Тут у нас 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И выполняем убавку из 4 столбиков с одним накидом. В следующий столбик с одним накидом провязываем столбик с одним накидом незавершенный. У нас 2 петли на крючке. Накид. В следующий столбик. Незавершенный столбик с накидом. У нас 3 петли уже на крючке. Столбик без накида пропускаем. А в следующий столбик с накидом провязываем незавершенный. И следующий незавершенный столбик с одним накидом. У нас 5 петель на крючке. И теперь их вместе провязываем. Затем у нас 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И мы вяжем здесь наши вот эти столбики. И тут у нас уже получается 3 арки по 5 воздушных петель. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, провязали 110 ряд до конца, выполнили последние 4 воздушные петли. И вот наше начало ряда, воздушные петли подъема. И соединяемся соединительной петлей. Вот она, вершина у нас вот этих воздушных петель, столбиков. В нее просто соединительная. Все, таким образом 110 ряд завершен. Теперь приступаем к 111 ряду. Нам нужно соединительными петлями пробраться вот в эту арку 2 воздушных петель. Я выполняю соединительную петлю в следующую арку. 1 воздушная. Еще одна соединительная под эту же арку. 1 воздушная. И соединительная уже в следующий столбик с одним накидом. Вот так. Теперь соединительная петля в следующий столбик и соединительная уже в арку 2 воздушных петель. Теперь выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку, то есть выполнили 2 столбика с накидом. 2 воздушные и 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Первый, второй. Здесь у нас 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую. Опять 1, 2, 3, 4, 5. И у нас уже идут наши вот эти столбики. В арку 2 воздушных петель
провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные и еще 2 столбика с одним накидом в эту же арку. Вот это мы все пропускаем, делаем 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5 и выполняем вот эту нашу следующую группу столбиков, то есть в арку 2 воздушных петель провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные и еще 2 столбика с накидом сюда же в эту же арку. Затем у нас опять 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5 и у нас пошли арки. То есть вот в этом месте у нас получается вот так. Мы вот это все пропускаем и провязываем 5 воздушных. Здесь у нас вот так идут наши эти столбики. И тут 4 арки тоже по 5 воздушных петель. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 111 ряд до конца, выполнили последние 5 воздушных петель и соединились соединительной петлей просто в третью воздушную петлю подъема. Теперь приступаем к 112 ряду, выполняем соединительную петлю в следующий столбик и соединительную петлю в следующую арку. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, столбик с одним накидом в эту же арку. 2 воздушные. 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. То есть вот эти группы мы также и провязываем. То есть 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. А здесь у нас просто идут арки. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 5, столбик без накида. Столбик без накида в последнюю арку. Вот перед этой нашей группой столбиков 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И в арку 2 воздушных петель выполняем 2 столбика с накидом. 2 воздушные. И еще 2 столбика с одним накидом сюда же. Здесь перед нами арка из 5 воздушных петель вот над нашим ананасом. Мы в нее сразу же после вот этих столбиков просто соединяемся столбиком без накида. Все, после столбика без накида у нас в арку 2 воздушных петель мы провязываем наши 2 столбика с накидом, 2 воздушные и еще 2 столбика с накидом в эту же арку. То есть в этом месте у нас вот так. Вот эти столбики, и здесь столбик без накида просто в арку из 5 воздушных петель. А здесь у нас также идут 1, 2, 3, 4, 5, и просто выполняем столбик без накида и арки из 5 воздушных. Вот так у нас получается. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Теперь приступаем к 113 ряду, выполняем соединительную петлю в следующий столбик и соединительную петлю в следующую арку. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую. И так провязываем все арки. 5 воздушных. И столбик без накида в следующую арку. Вот в последнюю арку выполнили столбик без накида. Перед нами вот эти столбики. Также выполняем 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в арку 2 воздушных петель. Между вот этими столбиками. Опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку 2 воздушных петель. И у нас тут уже раппорт повторяется. Опять 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. То есть в этом ряду мы вяжем просто арки.
из 5 воздушных петель. То есть здесь у нас вот так получается. А здесь просто в каждую арку столбик без накида и 5 воздушных. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, провязали 113 ряд до конца. И вы сейчас посмотрите, достаточно ли вам того размера скатерти, который у нас получилось для вашего стола. Если этого размера вам достаточно, то сейчас мы соединяемся следующим образом. То есть последнюю арку из 5 воздушных мы заменяем. Выполняем 3 накида на крючок. Вот так, 3 накида. И с первым столбиком без накида выполняем в этот столбик столбик с 3 накидами. Вот так. То есть таким образом мы заменили последнюю арку, и мы также оказались в этой арке, что нам нужно для выполнения следующего ряда. Но это в том случае, если размер, который у нас получился, вам для вашего стола достаточно. Но мне этого размера скатерти недостаточно для моего стола, я буду продолжать вязать дальше. И если вам тоже, и вы будете продолжать вязать вместе со мной, если вам скатерть побольше нужна, то сейчас мы соединяемся следующим образом. Выполняем 2 воздушные петли, накид, и в самый первый столбик без накида выполняем столбик с 1 накидом. Вот так. То есть вот таким образом мы заменили последнюю арку из 5 воздушных петель и оказались в центре этой арки, что нам нужно для выполнения следующего ряда. Теперь приступаем к 114 ряду, выполняем 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую арку. То есть мы сейчас вяжем этот ряд так же, как и предыдущий. Просто выполняем арки из 5 воздушных петель. И таких рядов, я думаю, я провяжу рядов 5. То есть, чтобы мне не запутаться, я сейчас на этот ряд повешу вот так маркер. Я его запомню, что это у меня 114 ряд. Провяжу, думаю, рядов 5. Уже самостоятельно вы будете провязывать, и в конце каждого ряда будете соединяться вот точно так же, как мы сейчас соединились, то есть 2 воздушные петли и столбик с 1 накидом в первый столбик без накида. Когда я провяжу вот эти еще 5, вот то есть сейчас первый и еще 4 вот таких ряда по 5 воздушных петель, когда я все это провяжу, я вернусь и покажу, как мы вяжем дальше. Ставьте лайк этому видео, если оно было вам полезным. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Мне будет очень приятно видеть вас в числе своих подписчиков. Присоединяйтесь ко мне в Instagram, там тоже интересно. Ну а с вами был я, Эд. До скорого!